18-е Обратино проходит на своей родине, в Сергиевом Посаде. Фестиваль проводится в год 700-летия Сергия Радонежского, и пролог был связан с этой памятной датой. 18-е Обратино совпадает с 85-летием Московской области. А чаши в этот раз не деревянные, их изготавливали гжельские мастера. И преподобный по имени Сергий начал историю славный поход. Незыблемая традиция Обратино – вспоминать тех, кто ушел за этот год. Увеличили скорбный список режиссер, член жюри первого фестиваля Игорь Елагин, главный инженер телекомпании «Тонус» Станислав Дунчев, бессменный член жюри фестиваля – оператор Михаил Сладков, видеооператор воскресенского телевидения «Искра Вект» Владимир Петров. Первое слово к журналистскому сообществу прозвучало от советника главы Сергиева Посада Сергея Персянова. Фестивалю этому исполнилось 18 лет уже. Мне много раз приходилось приветствовать участников и гостей этого фестиваля в разном качестве. Вот так происходит. Главы, губернаторы меняются, а фестиваль этот живет. Традиционно в первый день фестиваля были вручены призы по различным номинациям от Московской областной думы, от Евразийского телефорума, от Международного форума «Золотой Витязь», от туристической фирмы «Семь чудес света». Теплые слова в адрес братенчиков прозвучали от представителей разных уровней власти. Те братенчики, которые начинали этот замечательный фестиваль, уже могут смотреть на некоторых людей, которые здесь находятся, как на своих сыновей и дочерей. Выросли, и выросла Братина, появилась новая поросль, новая, появилась молодежь. И то, что здесь много молодых лиц, вселяет уверенность в то, что Братина всегда была, есть и будет. Впервые в этом году отметили самого молодого братенщика телекомпании из Севастополя, впервые участвующий в нашем фестивале. Один из представителей крымской делегации по фамилии Лукашенко Иван Иванович, один из самых молодых участников нашего фестиваля. И вот мы бы хотели так небольшой подарок от Главного управления информационной политики лично Ивану Ивановичу преподнести и всей делегации. По традиции к участникам обратились члены жюри Братины. Обратили внимание, вот когда красивые девушки выносили такие голубые с позолотой вазой жели. Вот в этом году это призы, так что есть за что побороться. И я хочу сказать, что мы уже ознакомились с работой, предварительно завтра у нас будет заседание жюри, но очень достойные есть претенденты на главный приз. Со сцены звучали и музыкальные приветствия артистов театра и кино. Президент фестиваля «Братина» Сергей Боков традиционно появился в лучах софитов в конце церемонии открытия. Друзья, праздник состоялся уже сейчас, потому что мы собрались, мы друг другу рады. И в этот юбилей 85-летия нашей прекрасной Московской области и 700-летия Сергия Радонежского, собирателя земли русской. И просто то, что вот мы приезжаем на нашем 700-летии, это прекрасно. Я поздравляю вас с этим праздником, и, наверное, вы не будете возражать, если я скажу сокровенные, очень простые слова. Братину считать открытой!